Доброго времени суток всем пользователям канала Funny Mushroom School. Прежде чем приступить к повествованию о том, как делаются грибные блоки шиитаки, мы начнем его из другого места, а именно покажем вот научный результат, где грибы растут просто на улице. Итак, попросим чуть более крупнее. Многие пользователи, смотревшие предыдущее видео, задают вопрос, можно ли этот мицелий высадить на пеньках. Отвечаю однозначно, на пеньках этот мицелий расти не будет. Это только стерильная технология. Блоки изготовляются по стерильной технологии. И буквально через несколько минут мы приступим к изготовлению таких вот блоков. Вот то, что вы видите сейчас на картинке, этим блокам уже ровно год. Они были сделаны в прошлом году. Урожаи в сезон на улице были уже собраны, потом они переждали зиму в подвале. После этого были на некоторое время на сутки замочены в воде. И дальше их судьба, то, что вы сейчас видите. Когда идут осадки, они прекрасно себя чувствуют на улице, вот грибочки вырастают. А зонтик стоит для того, чтобы чрезмерно не переувлажнять сам гриб, иначе он теряет качество. И вот из годичного блока сейчас можно собрать очень так неплохой урожай грибов шиитаки. Дальше их можно или употреблять в пищу как салаты, или их высушивать для употребления в виде лекарства, или делать настойки на спирте или на водке. О том, как сделать из грибов шиитаки царскую водку, я вам расскажу чуть позже. Подписывайтесь на канал и узнаете этот рецепт. Вот для того, чтобы ее изготовить, достаточно вот такой грубки. Еще мы подождем дня 2-3, они подрастут чуть больше. Можно будет собрать, высушить и сделать очень полезную и интересную настойку. А сейчас мы перемещаемся в другое место, где будем делать непосредственно вот эти грибные блоки.